В Харцизке по оперативной информации руководства Центральной горбольницы на сегодняшний день зарегистрировано 80 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В ДНР, согласно исследованиям, проведенным вчера, 28 сентября, был выявлен 51 инфицированный. За сутки с дважды отрицательным тестом на COVID из лечебных учреждений республики выписаны 26 человек. Зарегистрирован один летальный случай. Умер мужчина в возрасте 79 лет. Всего по состоянию на утро 29 сентября подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории ДНР 3385. На лечении находятся 1122 пациента, выписаны 2075 человек, летальных случаев 188.